Что еще, кроме выделения и показа фрагментов в 3D, может бегущая рамка? Может с помощью бегущей рамки быстро перемещать несколько объектов. Вернее, ту часть объектов, которая внутри бегущей рамки. Показываю. Бегущая рамка. Пускай будет тонкая на один этаж. И главная форма пускай будет прямоугольная. Обожу фрагмент, который хочу переместить. Хватаюсь обязательно не просто внутри рамки, где у нас трезубец. Трезубец перемещает саму рамку. Если наведу на любую часть объекта, и курсор поменяет форму с трезубца на любой другой, на галку, на Мерседес, тогда я могу перемещать все, что внутри бегущей рамки. Хоп. Вот так корявенькость переместилась, нужна доработка. Но суть вы поняли. Так бывает удобно и быстро. А минус в том, что перемещается все-все, все элементы, которые внутри рамки. Если хочу переместить не все, а что-то частично, нужно, что не хочу перемещать, скрывать. Там пихать в скрытый слой, например. И еще что может бегущая рамка, она ограничивает область для сохранения в PDF и для печати. Смотрите, вот у нас внутри рамки что-то. Я иду в файл сохранить как. Формат PDF. Сразу галку грубо открыть файл после сохранения, чтобы проверить, что сохранилось. Это очень важно. Галку всегда ставьте, чтобы проверить, нормально ли все ли влезло на один лист. А не как часто бывает, что разбилось на много листов. Чертеж разбился. Параметры, тут размер листа и ориентации поля. Самое важное, параметры документа. Тут я вижу, что у меня это на лист сейчас не влазит. И самое главное, с бегущей рамкой. Вот здесь у нас сверху слева спрашивают, что сохранить на этом листе в PDF. Или весь чертеж, или текущее увеличение, то есть то, что я вижу на экране, или область бегущей рамки, что я вам хотел показать. Ставлю точку область бегущей рамки, и она уже влазит нормально. Потому что это маленький фрагментик всей модели. Масштабирую это на размер страницы. Мне масштаб точно не важен, типа там 20 или 50, не важно. Хочу на размер листа просто. Окей. Сохраняю. Сохраняется только то, что было обведено внутри рамки. Видите, тут толстые линии, потому что это реальные линии чертежа. Не хочу толстые, хочу все тоненькие. Тогда при сохранении в PDF ставлю галку. Галку ставлю здесь, самая тонкая линия. Ну, можно там цветной, черно-белый или в сером все. Пускай будет все в оттенках серого. Сетку показывать не надо. Можно показывать фоновую ссылку, если бы она была здесь, чтобы она просвечивала, тоже удобно. И глянем, сейчас будет как тонкая линия. Вот. Вот так отличается. Это вот линия реальная и цветная. Это просто все в оттенках серого. И тоненькая линия.